Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрении представляется подростковый велосипед от торговой марки «Бергамонт». Немецкая марка «Бергамонт» выпускает данную модель, которая называется «Ревакс 24 АТБ». Это модель, которая предназначена для подростков с ростом от 1,20 м. Это приблизительно возраст 7-8 лет. Данный велосипед комплектный. Рама алюминиевая. Размер колеса 24 дюйма. Имеет свет, багажник, крылья, подножку. Ну и следующее в описании стоит. Покрышка гладкая. Очень комфортно на таком велосипеде ездить. Меньше шумит. По пересеченной дороге можно ехать достаточно широко. По асфальту, по укатанной дороге будет накатисто ехать велосипед. Спереди стоит втулка. Это динамо-машина, которая производит электричество на переднее и заднее колесо, благодаря которой в вечернее время ребенок будет хорошо видеть дорогу. Колесо крепится при помощи гайки. Это естественно, потому что стоит втулка Nexus от компании Shimano. Вилка здесь амортизационная, от торговой компании Santur. С ходом 70 мм. У вилки есть регулировка, предлоад. Тем самым можно сделать жестче, слабее пружину в зависимости от веса подростка. Стоит здесь спереди щиток пластиковый. Пластиковый щиток крепится в раз, два, три с одной стороны. И с другой стороны также в шести точках плюс на вилке 7. Семиточечное крепление позволяет надежно держать крыло. Оно не дребезжит. При этом оно легкое из алюминия, из пластика. Переднее колесо крутится, и у нас работает фара. Как мы видим, фара довольно-таки ярко горит. В вечернее время так же как передняя, так и задняя работает. Мало того, при остановке велосипеда задняя фара будет еще, задняя мигалка еще будет гореть. То есть там стоит накопительная система энергии. Ревошифты. Ревошифты по стандартам европейским для подростков, потому что дети должны постоянно контролировать руки. Если будут монетки, то неполный контроль может привести к проблемам при езде. А так ребенок постоянно контролирует велосипед. Это стандарт европейский. Ну, тормозная система в брейке, как мы видим, хороший надежный узел. Есть звонок, как вы видите. У велосипеда идет система шатунов от компании Santur с защитным щитком пластиковым большой звезды. А три звезды — соотношение звезд 22, 32 и 42. Стандарт горного велосипеда. Спереди стоит переключатель с верхней подводкой. Это нормальный хороший элемент для всех стандартов горных велосипедов. Сзади стоит переключатель турне на 7 скоростей. Трещотка сзади. Трещотка от компании Shimano TZ21/7. Нормальный хороший узел. Колесо заднее крепится при помощи легкосъемного эксцентрика. Легко можно снять колесо. Багажник. Багажник алюминиевый с пружиной зажимной. Можно положить что-то удобно, комфортно. Также пластиковый щиток, как мы видим. И если мы крутим переднее колесо, то горит сзади лампочка. Мы видим, это вот она горит, мигает. Если быстро едем, то просто горит. Также стоит отметить, ниппель у автомобиля идет, у велосипеда идет автомобильный ниппель на камере. Нормальный стандарт, хороший вариант. Велосипед комплектуется сидушкой комфортно. Если кого-то что-то не так будет устраивать, можем поменять. Также у велосипеда Ревакс 24 АТБ, педали пластиковые. Ну, это легкий велосипед, комплектный, подножка есть, можно ребенку купить, и ребенок будет счастлив в вечернее время везде и всегда. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайтесь к нам в наш велосипедный магазин. Если вас заинтересовали наши видеообзоры, подписывайтесь, постоянно клиентам всегда будут скидки.